картодроме Ростов-ДСА собрались участники регионального чемпионата. Несколько минут на торжественную церемонию открытия и в путь. Моторы примерно одинаковые, уровень спортсменов примерно одинаковый. Трасса очень скоростная, обогнать очень тяжело. Если спортсмен допускает ошибку, то да, соответственно, его сразу же обгоняют. Если спортсмен едет без ошибок, то можно на протяжении всего заезда и не обогнать. Бывают у нас такие случаи, что по 8 кругов едут, и вот первым со вторым борется, первый едет не ошибается, и второй не может его обойти. Вот это картинг, это настоящий профессионализм. Первыми на дистанцию уходят начинающие гонщики. Мама помогает надеть экипировку, дедушка готовит карт и дает советы. Иван – парень разносторонний. Картинг пока его хобби. Одно из шести дел, которым он занимается в свои 7 лет. На дистанцию ушел третьим. Квалификационный заезд определил его место на старте. Отмотав 8 кругов, финиширует вторым. Я вспомнил, что мама меня на соревнованиях учила играть в «Поменяй судьбы». Это как? А это так, например, нужно поменять судьбу человека, обогнать его. И совершенно не важно, кем ты приедешь, каким. Нужно, чтобы получить удовольствие от этой игры. 2 соревновательных дня расставили спортсменов по местам. Лето получилось у картингистов богатым на кубки и медали. Теперь спортсмены в ожидании золотой осени.